Ребят, всем привет! С вами Inspire99, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами про Lance-NC. Как вы знаете, данный танк можно скрафтить, играя на глобальной карте, и в принципе не так много потребуется времени, как его приходилось тратить на прошлой ГК, чтобы выфармить, собрать этот танк. Я за эти 3 дня на ГК, сколько играю, я уже тайпа 62 собрал, и собрал процентов на 40-50 Каэрнарвона Action X. Lance и сушка у меня есть, поэтому смысла нету. И я уверен, то, что я успею собрать Каэрнарвона. То есть два прем-танка и, по сути, просто то, что играю на ГК и хочу чифа. Но это все ладно. Сегодня мы разберем этот танк, потому что я думаю, ну, процентов 20-30, которые играют на ГК, может и больше, выбрали именно его, потому что танк в последнее время хотя бы немножко стал многочисленнее. До этого он был, ну, совсем нишевый, на нем играло мало. И я решил вот сделать видосик для тех ребят, которые его сейчас крафтят и у которых он позже появится в ангаре, чтобы они знали, что он из себя представляет, как на нем играть, что на нем делать, как он фармит и все. Сначала я приведу немножко статистики, чтобы вы понимали, что получается вообще. Здесь она, кстати, очень интересная. Я не думал то, что Lance настолько высоко закрепится в позициях, но все-таки. По количеству боев, как вы можете видеть по данному графику, на нем, кажется, играет немного, но всего, чтобы вы понимали, СТ, ну, на 8 уровне премиумных, там около 30, чуть больше. И он занимает 12 место, это неплохо. То есть на нем откатывают 731 тысячу боев за предыдущий месяц откатали. Ну, почти 800 тысяч, и отметка уже к миллиону приближается. Если танк чаще всего набирает за миллион боев, то это довольно-таки, ну, пользовательский такой, ну, многочисленный танк, я бы сказал. То есть 12 место. Но по проценту побед он занимает 4 место. Точнее, 5, прошу прощения, 5. Его обгоняют такие танки, как Химера, Бачтильон Бураск, Тай 59 Голд, Т-44-100 белорусский, вот именно белорусский обгоняет, потом идет наш Lance, потом Т-44-100 украинский или украинский, я не знаю как правильно, Проджета и Т-44-100, ну, Ростелеком. То есть настолько прям вот Т-44-100 закрепил свои позиции вверху, казалось бы, далеко не самый имбовищный танк, он, да, он действительно неплохой, но и так уверенно на нем играют игроки, я прям в шоке. И Lance обгоняет Проджета, то есть он находится на своем законном 5 месте среди около, ну там, 32, по-моему, прем СТ. То есть это действительно хорошая позиция, 51,8% побед за предыдущий месяц. Классно, уверенно и... прям меня радует это. То есть игроки вот действительно побеждают на Lance, и он встречается сейчас гораздо чаще. По среднему урону танк опять-таки в топе, он в топ-5 СТ. Пожалуйста. То есть на нем играют вроде бы не так много, как кажется, да, там он плюс-минус в серединке болтается, но по проценту побед он выше, чем Проджета. Я понимаю то, что сейчас у Проджета слишком большой хайп, Проджет это мейнстрим, можно так сказать, но все-таки на Лансене держит хороший процент побед, он в топ-5 и по среднему урону. То есть это, по сути, одна из лучших прем СТ, которая есть. Но что же здесь такого удивительного, за что игроки полюбили или в то же время его ненавидят? И это орудие. Орудие это, вот знаете, есть выражение такое, палка о двух концах, от любви до ненависти один шаг, и его орудие вот прям идеально вам это, не знаю, подарит такие эмоции, которые должны испытываться по этим фразам. То есть, ну, в действительности. Вот ты смотришь, орудие 105, ну, калибр 105 мм. Такой думаешь, на СТ уже неплохо. Идешь дальше. Боекомплект 60 снарядов. Ладно, это как бы неплохо. Альфа 320. Интересно, интересно, как бы да. Вот это он будет с такой альфой, будет все туда-сюда. Опускайся ниже, ДПМ 200 базовый. Ну прям вообще интересно. Наверное, бронепробитие кал. Смотришь, да нет, 208 ББшка. Кажется, ну, наверное, будет медленнее летать. Да нет, 930, в принципе, средняя скорость для ББ. Может быть, бы дорогая? Да нет, 570 серебра, как бы нормально. Может быть, с подкалибером какие-то проблемы? Да нет, он 4400, даже дешевле, чем обычно. И 242 пробивает, как бы хватает. И летает, в принципе, 1150 метров быстро. А в чем же проблема тогда? А проблема именно в реализации, в комфортности ведения огня. Потому что, опускаясь ниже, игроки, ну я не знаю, многие, которые берут его, так расстраиваются. Типа, вот он оказался такой косой. Я не понимаю, а что вы ждали? Что вы ждали от времени сведения 2.5, точности 0.38 и отсутствия как таковой стабилизации? Ничего хорошего здесь не получится, понимаете? Время сведения 2.5. Если взять обычно прокачиваемый аналог УДИС-14Л5, у него альфа 360 как бы больше, да, там бронепробитие и все, но время сведения 2.1, то есть на 0.4 меньше. И
Точность, кстати, на 0.1, там, это, в принципе, не так существенно, но все-таки. И стабилизация получше. То есть, если бы от Удиса 14.5 вынули пушку и вставили в Лансена с такими же характеристиками, наверное, Лансен был бы вообще чуть ли не самый лучший прем. Он-то и так сейчас считается одним из самых лучших. Да, танк для викинга и все такое. Нужно реализовывать. И у ВН в 10 градусов, ну вот прям все позволяет. Но если кто из моих зрителей играет в Pro Evolution Soccer, я не знаю насчет FIFA, я просто фанат PES, как бы, и только в Pro Evolution играю. Вот в PES 20, если ты играешь в MyClub'е, да, там, друг против друга, у тебя может в одном матче вот все лететь. Со штрафных, кипер тащит, там, не знаю, плеймейки, точные пасы, все идеально. Центр-форвард там забивает каждым вторым. А бывает следующий бой, то, что ты не попадаешь, защитники друг об друга сталкиваются, падают, вратарь такие ляпы пускает, и все. То есть, ну, вообще не идет. И вот пушка на Лансене — это полностью олицетворение Pro Evolution Soccer 2020. Но это плохая, возможно, какая-то метафора или сравнение, потому что многие, наверное, не играют, но все-таки. То есть, у тебя в одном бою может лететь все, в другом может не лететь ничего. И казалось бы, да, ну постой, посведись, дружок, у тебя как бы 0.38, качни будет 0.35, 0.34, время сведения 2, там 2.1. Постой, посведись, попади. Вопрос в том, что играя на Лансене, у тебя отсутствует как таковая броня. И когда мне говорят «постой, посведись», это подразумевает тот факт, что я должен находиться в какой-то, ну, убер-безопасной позиции, которая дает мне постоять 2-2,5 секунды, чтобы я точно свелся. Это если противник обездвижен и выстрельнул. А если он в движении, это уже большая проблема. Поэтому самая главная проблема Лансена — это его комфортность. Я не хочу все видео посвящать именно этому, но большую часть уделю. Поэтому, когда говорят, вот у него брони нету, есть CDC, он тоже быстрый, но у него нет брони, там туда-сюда, это главная проблема. Да херня это все, ребят, вот прошу прощения за выражение. Самая главная проблема — это его комфортность. Броня, ты ее даже не ощущаешь. Сейчас он про джет без брони, да куча СТ, Лорка, Шкода Т-27, Бураск, то есть все как бы сильные СТ, да, грубо говоря. Вот у меня сейчас вообще любимчик Type-59, но у него есть броня. У большинства нету, это не мешает играть. А вот здесь именно пушка. Она далеко не самая отвратительная. Это не КВ-2. Не подумайте то, что здесь орудие от КВ-2 и типа, ну хотя КВ-2, он с вердухи всегда попадает. Но все-таки. То есть у ВН в 10 все комфортно, но вот за исключением вот этого времени сведения. Если вы терпеть не можете танки неточные, танки не совсем такие, которые там фу, как 140-й, 907-й, но в принципе совки там, да, с суперстабилизацией, то это точно не к вам. Что касается ХП, 1350 довольно-таки стандарт. Броня иногда, кстати, даже танчит. То есть, как оказалось, не такой уж картонный СТ. Верхний бронелист, он под наклоном 175. И, в принципе, иногда может что-то оттанковывать даже. Ну, иногда еще танканет маска, какая-нибудь щечки орудия, там 156. Ну, это если кроме против шестерок и на стоковых орудиях. Так, иногда верхний бронелист что-то от него-то отскочит, но не более. То есть, если какие-нибудь там Хелкаты, Кромвели, Т-34-85, по-моему, кидает, то да, еще можно, но в большинстве случаев пробивает. Поэтому, как бы, на это ориентироваться уж точно не стоит. Что касается мобильности, то здесь довольно-таки жирный плюс. У танка вроде бы 50 вперед и 20 назад, кажется, ну, такой себе. Но удельная мощность 28-39. И вот эту удельную мощность вы будете ощущать. Хоть по своим ощущениям я заметил то, что здесь не лучшая проходимость по различным типам грунтам. То есть, если бы у танка было бы 20, я думаю, он бы вязнул и вообще бы не ощущалось. Но когда он 28... то, ну, это не полностью ощущается как 28, ощущается как 24 где-то, вот так, по моим ощущениям. И он, да, действительно занимает все позиции, он быстрее поднимется на горку, чем многие другие СТ, на линии фронта на нем тоже интересно катать, потому что там он может и посвестись подольше, и постоять, и пострелять, и на какие-то сильно большие холмы заезжать, то есть это у него есть. На месте он вертится не так быстро, но и немедленно, то есть Лансена особо как бы не закрутишь на каком-либо танке, конечно, если это не ЭБР. Но мобильность, конечно, однозначно в плюс, в этом плане мне он очень нравится. И, в принципе, да, шведский СТ, возьмите тот же Удис 14.5, там тоже 55 вперед и удельная мощность 25, то есть он там тоже шикарен. Что касается маскировки, то здесь Лансен неплох, хоть он и уступает своему прокачиваемому аналогу, там чуть-чуть лучше маскировка, но это все равно остается одна из самых маскированных СТ на своем уровне. Ну, среди прем, да и, в принципе, среди обычных СТ тоже. У него маленькие габариты, но здоровая пушка. И то есть ты, когда после выстрела можешь засветиться, да, такая тема есть. То есть она вот работает, но
105 мм, что обычно 100 мм, разница несущественная. То есть если качнуть маскировку, то она более-менее неплохая, как для СТ, и это мне в нем нравится. Обзор 380 метров более-менее неплохо, да, есть СТ с лучшим обзором, но я считаю 380 метров это вполне себе достойно. Что по явным минусам? Как я сказал, единственный минус — это некомфортное орудие в плане... Выстрелил, снаряд точно долетел, пробил, все. Ну, даже не пробил, а точно долетел. Вот. Вот этого здесь нету. Все остальное вот не придерешься. Окей, нету брони, я могу 1000 танков назвать, которые без брони нормально играют. То есть это далеко не самое главное. Леопард, пожалуйста, ему вообще не мешает, чтобы он жестко нагибал. Многие проводят некую такую аналогию, некое сравнение с леопардом. Что-то есть похожее. Танки такие же мобильные, без брони, вроде бы обзор не донный. И пушка с хорошей альфой, и вроде бы ДПМная. Но у леопарда есть комфортность, да, есть там уж какое-то супер жесткое бронепробитие. Здесь бронепробитие есть, но не супер жесткое, и нету как такового комфортности в день огня. Вот. А все остальное, в принципе, на этом танке более-менее неплохо. Что сюда ставить? Сразу как бы напрашиваются усиленные приводы наводки. В принципе, можно, но я бы сюда советовал ставить стабилизатор, ставить досылатель и улучшенную вентиляцию. Кто-то, возможно, может вместо вентиля впихнуть сюда усиленные приводы наводки, чтобы сведение было еще быстрее. Но ДПМ тоже важен, также важен обзор, и лучше уж пожертвуйте там каким-то, ну, 0,5, да, там долями, секундами на то, чтобы постоите и досведетесь. Но зато ваш ДПМ, ваш обзор кое-какой, плюс еще к маскировке, ко всем, как бы вентиль дает прибавочку, вам поможет в бою. Поэтому я советую сюда ставить именно вот такую комбинацию. Танк интересный, у него снаряды неплохие, он может фармить неплохо, потому что стоимость снаряда не такая прям и дорогая. И он действительно неплох. И придумывать на нем можно всякие ситуации. И вот это его ДПМ 7,5 там секунд очень быстрый. То есть он действительно выносит прям танки. Он очень комфортный, как тренажер для СТ-10, можно Швеции взять. Но его вот это сведение меня прям выбешивает. И когда заходишь в бой, ты боишься не то, чтобы там что-то попасть не туда или еще что-то. Именно ты боишься вот это не попадать, вот это вот стоять, сводиться. А сейчас много трубачей, и у тебя просто времени не хватает. Так что танк действительно хорош, но вот эта вот штука его губит. Если бы здесь была точная пушка, не знаю, точность 0.34, допустим, 0.35 стоковая, да, и время сведения 2, и при раскачке можно сделать 0.32, 0.33, и время сведения 1.7, 1.8, или вообще 1.6, я вам говорю, никакой проджета был бы не нужен, Лансен бы гнал бы и гнул всех подряд. Так что, как-то вот так. Всем, ребят, большое спасибо, постарался быть наиболее объективным. Остался последний Кернер Вон Action X, его мы тоже разберем. А вы подписывайтесь на канал, если вам видео понравилось, прожмите лайк, пишите свои комментарии. И приходите на стримы, также прожмите колокольчик, чтобы узнавать о новых видео и стримах. До новых встреч, пока-пока.